генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, директору и сотрудникам ФСО России, директору и сотрудникам ФСБ России, министру и сотрудникам МВД России, генеральному прокурору России, министру и сотрудникам Министерства обороны России, военнослужащим России, военнообязанным СССР, ветеранам боевых действий и участникам специальных операций, гражданам СССР. Публичная оферта. Заявление. Об отсутствии наличия государства Российская Федерация, об отсутствии наличия избирательной системы и конституционного строя Российской Федерации, об отсутствии наличия избирательных прав у граждан Российской Федерации и права на участие в референдуме, об отсутствии граждан Российской Федерации, об отсутствии наличия президента Российской Федерации, об отсутствии наличия законодательства Российской Федерации, о незаконности действий и требований должностных лиц Российской Федерации и юридических лиц Российской Федерации. Я, Чугаев Илья Владимирович, советский человек, военнообязанный гражданин СССР, ветеран ВДВ СССР, участник трех специальных операций по наведению конституционного порядка на территории Союза Советских Социалистических Республик в 1988-1990 годах, совершая публичную оферту, заявляю о том, что по результатам собственного всестороннего исследования обнаружил отсутствие наличия государства под названием Российская Федерация как такового, обнаружил отсутствие наличия избирательной системы и конституционного строя Российской Федерации, обнаружил отсутствие наличия гражданина Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Российской Федерации как таковых, обнаружил отсутствие наличия законодательства Российской Федерации как такового, что обосновано, подтверждая наличием следующих документов. Первое. Ответ из Федерального архивного агентства РФ 10.10.2017 номер R/C-1260 об отсутствии наличия государственного акта СССР о передаче Российской Федерации в управление государственной территорией СССР. Второе. Запрос, зарегистрированный 23.10.2017 года за номером Z-102754 и ответ из администрации президента РФ от 17.11.2017 года за номером A26-02-Z-102754-91 об отказе предоставить возможность ознакомиться с документами, идентифицирующими личность президента РФ Путина ВВ. Третье. Ответ из администрации президента РФ от 6.11.2017 номер A26-02-95-153-091 об отказе предъявить наличие федерального закона от 12.06.2002 номер 67-ФЗ об основных гарантиях и избирательных правах и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации и об отказе предоставить копию оригинала паспорта гражданина РФ президента Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции РФ, разработанной агентством США по международному развитию USAID, в целях его идентификации. Четвертое. Ответ из Федерального архивного агентства РФ от 19.01.2018 номер R/C-9 о том, что у них отсутствует наличие законодательства РФ, в том числе подписанный федеральный закон от 12.06.2002 номер 67-ФЗ об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, подписанный федеральный закон от 31.05.2002 номер 62-ФЗ о гражданстве Российской Федерации, подписанный федеральный закон от 27.07.2006 номер 152-ФЗ о персональных данных, подписанный федеральный закон от 07.02.2011 номер 3-ФЗ о полиции, подписанный федеральный закон от 02.10.2007 номер 229-ФЗ об исполнительном производстве, подписанный федеральный закон от 01.07.2017 номер 141-ФЗ о внесении изменений в закон Российской Федерации о статусе столицы Российской Федерации и отдельный законодательный акт Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации в городе федерального значения Москве. Подписанный федеральный закон от 10.01.2003 номер 19-ФЗ
о выборах президента Российской Федерации, подписанный федеральный закон от 01.06.2017 номер 103-ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о выборах президента Российской Федерации, подписанный федеральный закон от 02.07.2003 номер 88-ФЗ о создании и упразднении районных судов города Москвы и о внесении изменений в статью 21 закона о судоустройстве РСФСР, подписанный федеральный закон от 17.07.2001 номер 101-ФЗ о разграничении государственной собственности на землю, подписанный федеральный закон от 25.10.2001 номер 137-ФЗ о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации, подписанный федеральный закон от 30.11.2011 номер 342-ФЗ о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, подписанный федеральный закон от 25.12.2008 номер 273 о противодействии коррупции и другие. Пятое. Ответ из ЦИК РФ от 01.02.2018 номер 05-19/1971 об отказе предоставить возможность ознакомиться с достоверной информацией об одном из кандидатов в президенты Российской Федерации, а именно с копией паспорта гражданина РФ Путина Владимира Владимировича. Шестое. Ответ из Министерства юстиции. Шестое. Ответ из Министерства юстиции РФ от 14.02.2018 номер 13-209-22 об отсутствии сведений о наличии акта, вводящего в действие закон РСФСР от 25 декабря 1991 года номер 2094-1 об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Седьмое. Ответ из администрации президента РФ от 19.02.2018 номер А26-02-589-3691 об отсутствии наличия действующего законодательства Российской Федерации и о том, что так называемый Путин ВВ не является гражданином и президентом Российской Федерации в соответствии с электронным документом, зарегистрированным в администрации президента РФ 22.01.2018 года за номером 589-36. Таким образом, на государственной территории СССР со стороны международного организованного преступного сообщества под названием Российская Федерация наблюдается грубое нарушение прав советского человека и гражданина СССР, что противоречит Всеобщей декларации прав человека и Международному пакту о гражданских и политических правах и другим международным договорам. На основании вышеизложенного заявляю о том, что у всех должностных лиц Российской Федерации отсутствуют законные полномочия и законные основания на осуществление каких-либо действий и требований в России, так же, как и у всех юридических лиц Российской Федерации, отсутствуют законные полномочия и отсутствуют законные основания на осуществление каких-либо действий и требований в России, то есть все их действия и требования вместе взятые, и по отдельности каждое действие и каждое требование являются незаконными, поскольку отсутствует как таковое государство Российской Федерации, отсутствует государственная территория Российской Федерации как таковая, отсутствует государственная граница Российской Федерации как таковая, отсутствует избирательная система и конституционный строй Российской Федерации как таковые, отсутствуют граждане Российской Федерации как таковые, отсутствует как таковой гражданин РФ Путин Владимир Владимирович, который незаконно вступил в должность президента Российской Федерации 7 мая 2018 года. Отсутствует президент Российской Федерации как таковой. Отсутствует основной закон и действующее законодательство Российской Федерации. На этом основании, применяя аналогию закона и права, а именно УК РСФСР и основной закон СССР и законодательство Советского Союза, требую задержания незаконных должностных лиц Российской Федерации, в том числе незаконного президента Российской Федерации,
всех незаконных членов правительства Российской Федерации, всех незаконных членов Совета Федерации, в том числе председателя, всех незаконных депутатов Государственной Думы Российской Федерации, в том числе председателя, незаконного председателя Центрального банка Российской Федерации, всех незаконных судей Российской Федерации, как аферистов и мошенников, поскольку они не могут подтвердить свои соответствующие заявления и должностные полномочия подлинными законодательными достоверными документами, вводят общественность в заблуждение и совершают безнаказанные преступления на государственной территории СССР против народа Союза СССР. Более того, учитывая изложенное, заявляю о том, что я народился 27.01.1969 года в СССР, а именно в РСФСР, где был зарегистрирован по данному факту 25 февраля 1969 года свидетельство Римское 2 XE номер 723-638 под фамилией, именем, отчеством Чугаев Илья Владимирович, и как советский человек и гражданин и военнообязанный СССР, военный билет серии НЮ номер 742-43-78, на основании полученного 10.12.1985 года гражданства СССР, римская цифра 14-ИВ, номер 519-085, и принятый 17 июля 1988 года военной присяги защитника СССР, заявляю, что законно нахожусь на государственной территории Союза Советских Социалистических Республик, на которой полностью правомочен и действую в соответствии с Конституцией СССР и готов за любые свои действия отвечать перед законными органами и полномочными лицами Союза СССР по законам Союза Советских Социалистических Республик, а также имею правомочия требовать соблюдения действующего законодательства Союза Советских Социалистических Республик от всех физических лиц, должностных лиц, юридических лиц и граждан иностранных государств, незаконно находящихся на государственной территории Советского Союза, в том числе во всех 15 советских социалистических республиках. В этой связи 4 июля 2018 года я лично приду в Кремль, в приемную к директору ФСО России, с целью осуществления народного контроля и наблюдение за процессом задержания самозванца и незаконного президента РФ, либо получить возможность непосредственно ознакомиться с давно запрошенными мной подлинными документами, указанными во всех 7 пунктах данного заявления, и таким образом удостовериться в наличии законодательства РФ и удостовериться в личности так называемого Путина Владимира Владимировича. А в случае отказа вежливо убедить поднять над Кремлем законный государственный флаг СССР в соответствии со статьей 170 Конституции СССР и таким образом восстановить законный конституционный строй СССР. Данный документ имеет силу со дня его подписания на всей государственной территории Союза СССР. Город Москва, 31 мая 2018 год. Народ Чугаев И.В. Моя личная подпись. А вот подлинник документа, который только что вам озвучил. Это первая страница с многоцветными вариантами гербов, как вам видно. Вот. А это вторая страница моего документа с наличием моей личной подписи. Как вы видите, в отличие от так называемого президента Российской Федерации, который до сих пор не смог предоставить мне возможность, да и, собственно, никому, ознакомиться с наличием его личной подписи на любом федеральном законе Российской Федерации. Если вы зайдете на его так называемый сайт президента России, то вы там не найдете ни одного документа. Ни одного подлинного документа там нет. Они отсутствуют. Их нет нигде. Ни в Федеральном архивном агентстве Российской Федерации, ни в НЦПИ, Минюста России, вот, ни в архиве президента Российской Федерации. Иначе бы мне давно уже предоставили возможность ознакомиться в соответствии с моими запросами, которые я делал, начиная
с 2017 года. Вот так. Жду вас 4 июля 2018 года в 14:00 московского времени в Кремле, в приемной директора ФСО. Хотел бы сказать о том, как проводятся судебно-психиатрические экспертизы. В конспиративных условиях заводят жертву в кабинет, и что там происходит за дверьми этого кабинета, никому не известно. В нарушении части 2 статьи 8 закона о государственной судебно-экспертной деятельности проверить достоверность того, что пишут психиатры в заключении, практически невозможно. Они могут написать все, что угодно. Вот какой заказ они получат, такой заказ они и исполнят. На сегодняшний день судебно-психиатрические экспертизы – это экспертизы, где собирается организованная преступная группа, которая вольна написать все, что придет в голову членам этой группы, и проверить достоверность того, что написано, никто не сможет, если даже захочет. Потому что нет документального подтверждения этому. И вот в таких вот условиях, в откровенно преступных, и изготавливаются любые заведомо ложные заключения. Честно говоря, не имеет даже значения, будет ли проводиться стационарная экспертиза. Потому что стационарная экспертиза фактически проводится по тем же самым правилам, по которым проводятся и амбулаторные экспертизы. Разговаривают с жертвой недолго. Собираются точно так же. 3 человека экспертов заводят. 3-4 человека экспертов заводят жертву. Что там происходит, о чем с ней разговаривают, никто проверить не может. И они пишут свое заключение. И потом с жертвой можно делать все, что угодно. А что с ней делают в условиях психиатрических стационаров? Ее же якобы лечат. А могут ли лечить на сегодняшний день психиатры? Нет, они лечить не могут, потому что они не способны и не в состоянии диагностировать. Они просто убивают, они просто казнят, они просто пытают, они просто занимаются истязаниями. Самым страшным видом оружия, которое придумало это человечество, нейролептиками. Я хочу сказать и объяснить, что нейролептики – расстройства мышления не лечат, и они это сделать не могут. Они купируют психозы, они затормаживают мышление, ну и не более того. Но если это психически больной человек, ему это необходимо на краткое время. Психиатры же казнят, пытают, занимаются истязаниями и убивают в течение длительного времени. Вот это я и хотел бы вам объяснить.